В общем, самое главное в деле ремонтов – это бдительность, это ничего не пропускать мимо себя. И вот спасибо Тане, во время чистки паровоза она нашла бесценную бутылку, в которой находится записка из 83-го года. Я думаю, что мы эту записку, конечно же, наклеим внутри нашего паровоза. Все будут читать, что там написано. Привет из прошлого. 33 года пролежала эта бутылка с запиской. И сами еще тоже напишем такую же записку, положим в бутылку и тоже ее спрячем туда, в паровоз.